Слушайте, в этом периоде, в этом время нет моменты, когда можно мы говорим за хорошую игру и за что мы можно променим, что мы можно сделаем. Но я не можно сказать, что наша команда играла плохо или хорошая. У меня очень, как можно сказать, я тренер, где хотел все ситуации можно взять максимум. Я большой максималист. Это мой большой. Нет, можно проблем, но за меня нет проблем. Я можно говорить очень много за нашу игру, и за хорошие, и за плохое. Но я думаю, что это не только важно. В этом моменте наша команда будет вперед, где променяется, где нужно вырост во всех компонентах. И в спортной, и в ментальной, и в организационной. Это просто период. Ну, что можно сказать за девочки? Нам нужно боевой ритм в этом три игры, потому что нам было 22 дни, где мы были без игры. У меня был проблем, я не был тоже в зале. Это было выходной, когда у нас была большая эмоция после кубка мы выиграли. И это нормальный процесс. Не нужно будет говорить, как они играли, как они... Это вообще, я можно сказать, мы дали шанс на различном составе, различным игрокам и в различной формации играть. Нет так хорошей коммуникации в этом, но это нормально. Нам в этот момент нужно победим, выиграть. Это самое важное. Ми ретельно готувалися до матчів з орбітою. Проте перша гра далась досить складно, особливо другий сет. На даному етапі у нас була мета – потрапити до фіналу чемпіонату України. Тому не зупинялися ні на мить та рухались тільки вперед. Не можу сказати, що орбіта чимось здивувала. Тренерський штаб завжди надає нам всю необхідну інформацію щодо стратегії, тактики тощо. Відбувається розбір кожної команди, тому ми знали, чого очікувати від суперниць. Впевнені, що вони намагалися показати свій кращий волейбол. У фіналі Суперліги Прометею протистоятиме Хімік. Ми вже багато разів зустрічалися з цією командою. Це завжди битва. З нетерпінням чекаємо цих матчів. Будемо старанно готуватися до них. У нас є час, щоб виправити всі свої недоліки. Це буде дуже емоційний фінал. Але наша мета – тільки перемога. Ми вже взяли 2 трофеї в цьому сезоні і третій титул чемпіона України, найважливіший для нас. Дуже хочемо його отримати.